Совсем недавно эти школьники сменили форму на летнюю одежду. Позади у каждого учебный год, и теперь настало время отдыха. И для них часть каникул пройдет в детских лагерях. Год я закончил с 3 четверками, ударником. Провел год очень хорошо. Сейчас я записался в лагерь «Светлячок» в первой школе. Мне очень нравится быть в нашем лагере. Нас хорошо кормят. Официальное открытие лагерной смены проходит через несколько дней после начала такого вида отдыха. За это время дети успевают подружиться и подготовить выступление к торжественной церемонии. На территории нашего Дядьковского района в этом году будет функционировать 18 лагерей с охватом детей 2100 человек. Из них 2020 отдохнет в первую смену, и 80 человек будет отдыхать во вторую смену на базе Любахонской школы. Досуг и питание в лагерях в большей части оплачивается из областного и местного бюджетов. Вклад родителей в отдых детей минимален. Процесс проходит хорошо, все как положено. Кушаем, едим, прыгаем, бегаем. В общем, все нормально. Впереди у школьников насыщенная программа. Подвижные игры, интеллектуальные викторины. А в завершение воспитанники померяются ловкостью и сноровкой во время большой межлагерной спартакиады. Артемий Маркелов, Владислав Пискунов. События Дядьково.